Я Васильев Дмитрий, занимаюсь греко-римской борьбой. В прошлом году выиграл чемпионат Европы среди младших юношей, а в этом году выиграл чемпионат Украины по кадетам. На борьбу сначала пошел мой лучший друг. Я поинтересовался, как ему этот вид спорта. Он сказал, что ему нравится. Ну, я тоже решил попробовать. Мне сразу понравилось. Я занимаюсь 6 лет. Никто против не был. Родители, главное, чтобы мне нравилось. У них такая позиция. Кумир, да, есть. Это двукратный олимпийский чемпион. Роман Власов. Он показывает хорошую борьбу. Как идеал в борьбе для меня лично. Футбол нравится мне. А так я особо не вижу себя больше ни в чем, кроме борьбы. Конечно, никто не любит проигрывать, я тоже не люблю проигрывать, но как-то переживаю это и иду дальше к новым целям. Особо не заморачиваюсь над поражением. Для меня лично, когда победил, ты более так расслабляешься, думаешь, что ты самый сильный, что такое. А поражение это наоборот. Толкает для того, чтобы надо больше тренироваться. Вот. Моя личная победа над собой, что, может быть, перестал бояться сложностей нового коллектива. Это для меня такое особое достижение. Раньше был такой мальчик, всего боялся, стеснительный, такое. А сейчас уверенность больше стала. Просто уважают за мои достижения, 21 числа я еду на международный турнир в Беларуси. В составе сборной еду. Да, еду за победу. Таких существенных боязней нету. Только боюсь потерять людей, родных своих, а так больше ничего не боюсь. Для меня спорт это как жизнь. Я каждый день живу спортом. Все мысли у меня в основном о спорте. Спорт не только чтобы иметь хорошую фигуру и так далее. Спорт для меня утвердится в жизни, потому что я понимаю, что спорт мне может дать все в жизни.